Владимир Путин сегодня подписал пакет антитеррористических законов, а также перечень поручений правительству по его имплементации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент подписал пакет документов, поправки к закону о мерах по противодействию терроризму. Я сейчас не цитирую полное название документа. Вместе с этим пакетом подписан перечень поручений правительству, которым правительству поручается очень четко мониторить ход реализации, ход имплементации этого закона, тем, чтобы при необходимости минимизировать возможные риски, связанные с финансовыми расходами, связанные с использованием отечественного оборудования для хранения информации и так далее. И при необходимости выступать с должными инициативами по принятию соответствующих актов, которые бы эти риски минимизировали. То есть, говоря проще, правительство будет строго смотреть за тем, как будет реализовываться этот закон. И при необходимости, если будут выявляться действительно какие-то нежелательные проявления, правительство по поручению президента будет принимать соответствующие меры. То есть закон подписан в тандеме с перечнем поручений.